первый вопрос относительно комментариев сегодняшнего матча. Как оцените? Объективную оценку как-то не хочется давать, потому что не очень высокого качества футбол был. Во всяком случае, с нашей стороны, я имею в виду, особенно в обороне. Впереди какие-то были попытки сыграть результативно. К сожалению, не увенчались успехом. В первом тайме был момент голевого Тунянова. У Факела, наверное, было более предпочтительней. Были моменты. Но, к сожалению, футбол такая штука. Вот за, наверное, за нерадивость, наверное, наказывает. Вот такой момент случился. Не довели до конца. И получили свои ворота. И вот так вот. 1-1. Вопросы есть? Татьяныч, по поводу дальнейшего будущего. Да нет, ну еще одну игру играем, и другая уже, то есть, ну, наверное, все знают, уже все средства массовой информации уже известили о том, что нас прекращают финансировать, поэтому мы, к сожалению, не аттестованы, поэтому выступать в чемпионате следующего, именно в следующем сезоне, не можем. КФК или же окончательно закрыть? Какой КФК? Ну нет, какой? Да нет. Я могу только одно сказать, что ребята, многие вот там, ну, у нас, так скажем, не такая команда сбалансирована, поэтому половина состава более-менее, которые отвечают, его не второй лиги профессионального клуба, а остальные-то, конечно, еще до второй лиги, как пешком до Берлина, поэтому молодежь и так далее. Но вот эта часть игроков, которая, она, особенно атакующие игроки, вроде как востребованы, я имею в виду, судя по тому, по звонкам, которые сейчас звонят со всех. Поэтому. И даже после игры с Арсеналом Оленичев подошел, присмотрел для своей команды, уже для первой лиги. Поэтому, значит, если востребовано, значит, чего-то, значит, в нужном направлении и работа ведется, если ребята есть еще. А так, грустно чуть-чуть, но ничего. Владимир Александрович, а вы в Тамбове остаетесь или куда-то игры вы пока не определились? Ну, кто же скажет, у тренера сейчас такая, сейчас сложная. Не знаю, насколько я буду востребован, если я же не могу там навязывать свои какие-то дети. Так, что-то какие-то есть попытки, но пока ничего конкретного. Как вам удается мотивировать команду, потому что вот на протяжении всей игры не покидало ощущение, что ваша команда куда более мотивирована, чем хозяин. Не я сказал один великий мэтр футбола, Николай Петрович Старостин, говорит, все потеряно, кроме чести. То вы свое лицо покажите, потому что вы же знаете жить в футболе, футбольном, как говорится, если вы достойно себя проявите, значит будете востребованы. Вот они пытаются, потому что больше-то нечем мотивировать, потому что, к сожалению, там финансовая сторона, она отсутствует просто. Сейчас не платят вместе, а? Не платят. Ну что, ну, какой там что-то, не буду я. Александр Ильич, комментарий к сегодняшней игре? Ну, особо комментарий давать не хочу, одно простое причине, вы видели саму игру. Единственное, хочу сказать об отношении некоторых, не знаю, как их назвать, футболистами, или кто они. Мне просто жалко тех людей, которые выходят на поле, хвастаются, хотят семьи свои кормить, детей растить. А кто-то этого не хочет. Я им сейчас сказал, если вы нас не уважаете, это ваше право. Но уважайте тех людей, которые здоровье свое отдают. Непорядочно просто. Вопрос есть ли? То есть у вас к части своих игроков серьезные претензии, да, к этой, да, игре? Да. В плане самоотдачи, да? Да.
Ильич, ну что с будущим «Факела»? Пока ничего не понятно. Ну, на этой неделе, наверное, решится. По поводу первой лиги, да? Ну да, скорее всего. Вы расстроены? Вот последний матч дома, в общем, такой, блин. Это не то, что блин, это просто плевок в душу и болельщикам, и всем, кто переживает за команду. Просто это плевок в душу. Я им сказал еще раз, говорю, футбольная жизнь закончится, ребята, вам дальше жить с этим. Не знаю. Но сегодняшний матч укрепил вас во мнение, что, в общем-то, от некоторых людей нужно избавляться? Да это давно укрепилось, не только у меня, и у всего руководства, и тренеров. То есть это уже понятно, что ротация будет? Да, однозначно. Еще вопрос. А насколько кардинально, скажем так, если в количественном отношении половина состава, по крайней мере, будет другая, если в ФНЛ будет, ну, это вообще чуть ли не все. Ну, ротация будет, но в процентном соотношении я сейчас не готов ответить. То, что 50% это как минимум. Сегодня Казаков на игру приезжал, он просто по приглашению был? Или это вот как ну, я знаю, что они с Черкесом друзья, грубо.